Привет всем зрителям канала. Мы, друзья, находимся на Сухарбане. Приехали сегодня рано утром. Так, время сейчас у нас, сейчас я вам скажу, сколько времени. Время 7 часов утра, мы где-то в 6 приехали сюда. Ну вот, поставили свою точку. Сейчас будем торговать игрушками, мыльными пузырями. Вот. Погода сегодня, по прогнозу, вроде как, ну, дождей не будет. Надеемся, что не будет дождей. Ну, поставили вот свою точку, будем с палатки торговать. Ну, так поставили, чтобы на всякий случай, вдруг если дождь будет, чтобы не промокнуть. Ну, и вот сегодня пройдемся по Сухарбану, поснимаем маленько. Посмотрите, я вам покажу. Так, ладно, пока выключимся. Друзья, поехал на Сухарбан. Выезжаю из Закаменска. Съездил домой. Кое-что, что нужно было взять. Так, и вот еду. Так, друзья, едем на Сухарбан. Проезжаем. Вот нам дорогу здесь к Сухарбану сделали. До самого юг. До самых юг. Асфальт положен. Классно. Сегодня, говорит, более 400 гостей будет с разных там районов республики. С Улан-Удэ, с Монголии будут народ. Плюс еще закаменцы будут. Как обычно, весь район юбилейный, день города, совместились с Сухарбаном. 95 лет, что ли, заканчивали, заканчивали район, что-то так, по-моему. Ну, я так думаю, будет интересный Сухарбан, праздничный, веселый. Такие взять. Сегодня 11 июня. Знаю, просто погодка не подвела бы. Так, ну ладно. Пока отключаемся, там в Сухарбане. Так, ребята, подъезжаем к Джидинскому мосту. Подключил я микрофон, звук сейчас будет лучше. Люди обгоняют меня, не знают, что я снимаю. Таксисты только и ездят туда-сюда. Успевают работать сегодня. Эх, либо бы погодка не испортилась. Вот такая бы стояла бы, нормально было бы. Завтра-то, говорят, вообще будет солнце целый день стоять. Сегодня такая у нас переменная облачность.
Так, ребята, нужно достать пропуск, чтобы мне туда заехать. Вот, друзья, подъезжаем к Сухарбану уже. Вот у нас неделя, дожди шли, и холод такой стоял. Лето все никак не начнется. Так, вот сейчас будем заезжать на Сухарбан сам. Тут гаишники, как обычно, стоят. Пропуска проверяют. Так, проезжаем. Ну-ка, сейчас посмотрим. Проверять нас будут, что ли? Да, при заезде забирают, оказывается, пропуск. И все, и теперь больше отсюда не выйдешь. Если выйдешь, уже не заедешь, получается. Так, ну еще пока все собираются. Разбираются, собираются. Вот оно, друзья, наше место, где мы будем стоять, наша палаточка. Так, надо как-то встать так в тенек. Ну и все, приехали. Так, друзья, Сухарбан в разгаре. Сухарбан еще в разгаре. Еще не в разгаре, то есть. Так, вот здесь хуже. Торговые места. Вот, друзья, здесь ходят ребятишки, все уже начали ходить. Ну, вот здесь наш один знакомый. Всем привет, подписчики! Сегодня проходит Сухарбан на Майсоте. Поздравляю всех с праздником! Приезжайте на Сухарбан! Спасибо.
Всех с праздником. Всех с праздником. Подписчикам всем привет. Подписчикам всем привет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Так, друзья, Сухарбан идет. Ну, пока еще открытия не было. Вроде там что-то народ собирается. Не знаю, когда открытие будет. Всем подписчикам привет. Всем подписчикам привет. Желаем всего наилучшего. Желаем всего наилучшего, и чтобы вы стали подписывались. Как вас зовут все? Меня Андрей, Бережа. Пошел я прогуляться, посмотреть Сухарбан. Пойду узнаю, во сколько концерт будет. И сниму потом концерт маленько. А где шашлыки-то? Че сегодня шашлыками? Арам нету нормально. А, как нету, есть? Знаешь? Скажи привет, привет всем подписчикам канала. Какая красота. А это как, у вас на конкурс готовитесь, да? Сниму? Нет, ну будет это. Я на сайте сниму. Вот. Конечно, гости приехали. Такая там вот они, это инсталляция, да, инсталляция, да, называется? Как? Или просто? Они где, это, в сцене вообще строятся. Они в сцене пошли строиться. По голову, по голову. Это ваша продукция, да? Здравствуйте. Праздник у вас. Ничего, поснимаем, можно, да? Ничего. Ничего там народу-то, ё-моё, да? Здравствуйте. Чё про этот проект играете? На сколько? 50 рублей, да, стоит? 100 рублей. А, 100 рублей. 50? Без проигрыша. Ничего, поснимай вас, ничего. А, здесь игрушки, что ли? Кафе Юрта, вот надо было здесь поехать. Давай, сюда, сюда. Да, ребята, народу вообще тьма, тьмуща. Муниципальный куратор российского движения школьников Аламшис Алфонович Гамбоев и президент детской организации Александра Абашеева. В рядах патриотов и нашим выпускникам. Вот оно, как это.
ничего себе. Целое сухарбанище, да? Жигули или не было? Да, давно такого не было. Дорогие друзья, сборы людей. Наши делегаты проедут по местам боевых походов земляков. У воинов будет соревнований международного, всероссийского, республиканского и районного уровней. На сыне публику такой сухарбан, да, в этом году, да? Да. Входит городское поселение город Закаменск и 23 сельхозпоселения. Встречаем Бордойское сельское поселение. Глава Жаргал Батон Циренович Шайдонов. Муха Уямакча Мута. Сельское поселение Нуртинское. Глава Юрий Амгаланович Жукдуров. Шинхан модан байликте, шимте залым навоте, шинхин зыдин ирида, шинер нурта тугжина. В колонне идут жители сельского поселения Хужирское. Сельского поселения Хужирское Мурат Александрович Мункуев. Арахан Зуркундум Халадыгьюм. Ваяхан Хужирне Бэсетельюм. Бурхудай Будуте Ардительюм. Бухунаюм Дулан Таве Телгателюм. В колонне идет сельское поселение Далахайское. Глава Раджана Николаевна Циренова. Дабхур олым даваны, далды саны оршынхы, дэдин заханю тугы, гадонгырын далхы. Встречаем сельское поселение Харатсайское. Глава Екатерина Владимировна Павлова. Нечистый, но приветный край казачий мой, Харатсайская землица, дом родимый наш с тобой. Встречаем среднее поселение Закаменского района. Приветствуем сельское поселение Мылинское. Глава Роман Николаевич Жапов. Зырылгы олым болнуды, зангела волжа дурган, залёшенным турен, захадатоте, улымне. Участники шествия сельское поселение Цагам-Моринское. Глава Гармаз Ариктуевич Шагдуров. Улахадын орьел бэсы, ужум хэхан байын талым. Ургын гойор натхан вэнал, Саган-Морин нютыгни. Встречаем делегацию Хамнейского сельского поселения во главе с Гашинимой Цыдыговичем Циренжаповым. Сельское поселение Куртагинское. Да, грандиозный праздник. Глава Артур Анатольевич Намдаков. Тургын мини Куртага. Народу тьма тьмущая. Укварвалы мне тонто, угаваем нютагла. Приветствуем жителей Бургуйского села. Болсая Атакин Кубкилыман. Горюбасагда Ургынлы Жарболыган. Аршан Тобилор Арилыган. Шугырку Бархан Шумутке. Шугыткун Шара Азырган. Приветствуем сельское поселение Югосакирское. Глава Туляна Готовна Жакова. Сельское поселение Городайское. Ура!
Свое шествие продолжает сельское поселение Цаган-Маринское. Ваши бурные аплодисменты участникам парада. И участники парада себе гип-гип! Ура! Поселение Хамнийское. Аплодисменты сельскому поселению Хуртагинское. Поселение Бургуйское. Встречаем сельское поселение Утатуйское. Ура! Вот, ребята, всех с праздником. Офигеть, народу. Народу. Встречаем сельское поселение Гильгарбойское. Есть готовые? Козы? Две штуки можно. Две козы, чай, хлеб. Ну? Набор 150 рублей. 150 рублей. Угу. Ой, друзья, наборчик 150 рублей. Уже второй раз сегодня кушаем. Участникам парада ура! Громче! Ты что будешь? Так, с тупочкой. Нет, не слышу. Ну да, мы слышим. Юбилею горная закамня! С праздником! Ура! Уличинскому поселению! Гип-гип! Ура! Это кто? Значит, приближается колонна городского поселения «Город Закамье». И городскому!
Стол какой-то под наклоном. Вот, друзья, подкрепились мы позами. И идем дальше. Так, пройдемся, наверное, и пойдем. За Каменский лесхоз. Здравствуйте. Давай, привет скажи всем. Всех поздравь с праздником. Давай, кто из вас? Ваня, ты. Скажи всем привет подписчикам и всех с праздником. Всем привет. Всем с праздником. Праздников! Thank you.
А это что такое? Что за полянка? Полянка? Да. Здесь эстафеты детские. А, вот здесь, да? Ну, что такое? Еще карусель даже есть, офигеть. Каруселька, каруселька. У меня даже каруселька есть. Вот и. Вот ребятишкам по радости. Сколько стоит билет? А, вы нету, да? Или это бесплатно, да? Сколько стоит билет, а? Не знаю. Молодец, прикольно. Продолжение Сахарбана. 900. Всем привет! Или давайте. Всех с праздником. Поздравляйте. Как вас зовут? Марина и Настя. Еще кому привет? Здорово. Привет. Торговый. Да. Все что ли? Сним. Говорите. А? Передаю привет. Передаю всем привет. Всех с праздником. Всех с праздником. Друзья, уже время у нас сколько? 4 часа, да? Так, время 5 часов. Сухарбан уже почти подходит к концу. Но еще идет. Не знаю еще сколько будет идти. Да, Сухарбан, конечно, в этом году грандиозный, очень большой. Всем привет зрителям канала. Вот Сухарбан уже почти закончился, но еще работает. Очередной раз я кушаю в этом сегодня. И вот, друзья, Сухарбан подходит к концу уже. Скоро он закончится. А он рабочий? Да? Покажи, как работает. Ну вот, друзья, подошел к концу день. Закончился Сухарбан. Люди разъезжаются.
собираются. Даже не было времени сходить, как посмотреть концерт, всякие там спортивные мероприятия. Я так думаю, где-нибудь кто-нибудь снимал, наверное, все это и выложит в YouTube. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Так, ладно, все. Вот, друзья, зашли напоследок в тир. Пейнтбол. Постреляем. Сейчас. Вы в Закаменск сейчас приезжаете? Или живете? Стой. Далеко не ходи. Слишком близко. Слишком близко. Смотри, они выигрывают. Эти вещи, смотри, выигрывают. Худые выигрывают толстые. Опа, толстые весом пошли, весом. Давай, тяни. Худой. Видишь, они весом побеждают. Проиграли. Кто тяжелее? Тот и выиграет. Стой. Давай, тяни. Хором надо, хором. Раз, два, три. Проиграли. Ладно, все, друзья, едем домой, короче.